Я видел животный страх, страх огня, страх высоты. И мне этот ужас гораздо понятней страха, которым болеешь ты. Боясь потерять теплое место, святую жизнь, конспективную работу, молиться Богу и просить богатства, все это вызывает только рвоту. Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки, никогда не станет рабом чужой воли, ведь она страшнее голода и боли. Он не станет рабом судьбы, вещей, системы, ничего не надо. Иисус был революционер, а все, кто не понял, даже погодя веру. Сердце тащит тебя за собой далеко. Если твое сердце тащит тебя за собой.